10 многоэтажках в Прикубанском округе на несколько дней отключили горячую воду. Это район так называемых преподавательских домов за аграрным университетом. Рабочие АТЭК приступили к капитальному ремонту магистрального теплопровода. Им предстоит заменить 70 метров поврежденного участка, которому более полувека. Пока ориентировочный срок включения воды 30 апреля 17 часов. Но специалисты намерены завершить ремонтные работы раньше. Точные адреса, которые попадают в зону отключения, размещены на сайте городской администрации.